Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании. У нас остается 2 дня до окончания акции, и я еще на 10 уровне. Сейчас мы его пройдем и 11, у нас почти 30 тысяч очков, нам для этого хватит. А вот 12 уровень, ребятки, там все зависит от везения. То есть у нас сколько здесь сундуков есть на 12? Раз, два, три, четыре, пять сундуков. Ну, то есть если нам повезет, в первом или во втором сундуке, да, мы пройдем. Если не повезет, то очков, скорее всего, не хватит. Вот такие вот дела. Так, ну перед этим у нас еще есть некоторые задания. Так. Давайте. Какие я модернизации сделал? Ну, я вынес несколько отдельных вот жилищ и поставил туда сильных дракончиков. Так, кстати, у меня что-то тут со звуком. Так, секундочку, ребятки. Вот устройство воспроизведения использовать по умолчанию. Вот такую штуку надо делать мне, дабы было со звуком все в порядке во время записи. Так, ну как видели, пишу я через Нокс. В каждом видео всегда находится человек, который спросит, через что ты записываешь. Через эмулятор андроида Нокс. Так, это мы сделали. Теперь я уже слышу какой-то звук в ушах. Прикольно смотрится, смотрите. Так, ловлю. Ловля вот этих фонариков, это как охота в Dino Hunter Deadly Shores. Как из снайперской винтовки попасть дракону, динозавру куда-то нужно. Очень сложно попасть мышечкой по этим всем летающим объектам. Смотрите, как вам гармонично смотрится факел с золой. Так, прикольный дракончик, боец, боевой прямо. Нам нужно, ребятки, что сделать? Качнуть осень. Решили его колдовать ее дальше, поскольку это у нас входит по плану. Ну, нам здесь не хватает одного кусочка, в комментариях писали, да. И мы сейчас будем это делать. Так, стоять. Мне нужен вот этот кусочек, да. Так, давайте сейчас еще раз перепроверим. На 5 лучиков. Отлично. Великолепный мне нужен кусочек. Делаем слияние. И тут давайте сделаем слияние. А, тут не хватает. Ладно. То есть с этим мы закончили. И да-дам! Так, у меня теперь 3 крутецких дракона, ребята. Ух, 32 куска великолепных. У-у-у. Да. Ну, получается, у меня ягодка малинка. Кстати, мы осень с вами еще, ребята, не назвали. Давайте голосуем за осень. Я вроде как себе нигде не отметил. Я проверю ваше предложение. Но еще нет. Так, у нас Дрейк. Вот тут, кстати, удобно смотреть имена. Миха. Так, рысь нужно назвать. Рокера были предложения. Уголька можно назвать тоже. Ну, вот много еще предложений, ребятки. Так что не стесняемся, пишем. Пишем. Так, что же мы там будем дальше качать? Ну, Дрейка мы качать больше не будем на 4 звезды. Потому что огонь нам стихии понадобится. То есть тут без вариантов. Кстати. А здесь же нам нужны, да, 5 звездочные осколки. То есть, ну, может, когда-то, когда у нас будет много таких осколков, я его и прокачаю. Чисто из уважения к тому, что он был моим самым первым, самым сильным. И очень долгое время оставался, только буквально, когда факел заколдовали на 3 звезды, мы превзошли по силе тигра. Давайте теперь будем сравнивать. Смотрим на факела. 285 на 885. Так, смотрим на осень. 885 на 289, ребята, у осени атака посильнее чуток. Вот такие вот дела. Ну, у нас остается, получается, малинка моя самая слабенькая. Ну и качать ее тоже нечем. Так бы на вторую звезду можно было качнуть. Ну, но нечего. Но нечего, и все-таки, может, мы какого-то божественного уже будем качать. На божественного у нас должно осколков
хватить. Смотрите, сколько у меня здесь божественных осколков. Просто уйма. 5000 осколков. Мне не хватит очков, конечно, вот этих, чтобы конвертировать все 5000 осколков в отличные и великолепные. Но ничего, здесь тоже много легендарных, конечно, беда. Но божественного будут мне качать легче. Так что я думаю, может, место тигр займет какой-то божественный. Может быть. Это будет проще сделать. Просто прицелился и выстрел. Так, ну, побежали, ребятки. Побежали. Так, насколько я помню, нам нужно ходить против часовой стрелки. Так. Да, мы вот сюда идем. 42-й, 43-й уровень. Ну, погнали. Так, омут. Может, и завалим. С первой попытки. Так. Ну, если мы его так можем победить, то нам лучше... Лучше так и сделать. Я промазал! Но, кстати, прикольно. Дракончик напоминает какого-то броненосца. Так, а что у меня здесь ягодка? Почему не тигр? Надо тигрика было бы взять. Он же у нас помощнее, но... Будет. Так, ну и... Как видите, нам не очень везет, потому сколько осколков мы находим. Так, у нас тут божественный. Много приходится тратить фонариков на поиски сундуков. Выжил, молодец. Ладно, просто так, ради интереса. Надо было на себя. Ну, то ладно. Разберемся как-то. Это бывает один раз из тысячи, но он умер сам. Ну, я имею в виду промах. И, как видите, ну, пришлось тупо все подземелье, наверное, пройти. Еще не все. Ребята, так... Ну, посмотрим, насколько сильно нам везет или не везет. Никак его не могу добить, ребята. Хоть так, хоть так. С одного удара. Потому давайте просто... А кто у меня там был? Я даже не посмотрел на команду, какой я проатаковал. Вообще не видел, с кем я сражался. Так, ну здесь все в порядке. Ах ты, выжил. Так, коралл и тень, наши оставшиеся противники. Вот и все. Так. Нападаем. Такой у меня есть. Драк напоминает какого-то анкилозавра. Так, блин, еще один бой, ребята. Я чувствую, потрачу здесь все очки. Так. Металл и тень.
Металл и тень. Так, ну надо атаковать первого. Хоть и слабая атака, чтобы он хотя бы ветром всех нас не обдул, так сказать. Очень слабо. Очень слабо. Нет. Так, ну, интересно, добьется или не добьется? Добьется точно. Фух. Ну, скрестим пальцы, ребятки. Нет. Сколько тысяч очков? Я 10 тысяч уже почти потратил здесь. Не хочу. Продолжим, ребятки. Пришлось мне прерваться. Так, где мы здесь были? Здесь мы были. Последний. Идем на последний сундук. Идем на последний сундук. Так. Так, что нам тут бы как бы взять? Не знаю, поставим, может, осень первая. Пусть она хоть походит. В таком порядке, ладно, поставим. Разок, чтобы походить хотя бы могла. Вот это было печально, ребята. Очень печально. Вообще никак. Ну, практически. Ага. Нормально, держимся, ребята, держимся. Так, сквозь щит вообще никак не пробило. Блин, миллиметра не хватило. Еще хиляться ты надумал, офигеть. Да мы так можем проиграть, ребята. Хух, мы его... О, ничего себе, у него длительный эффект лечения. Хух. Это было опасно. А если ты проигрываешь, то тебе приходится платить дважды. Ну, как видите, очков я тоже немножко навоевал. Ну, капец, сколько очков потратили. Чей сундук, косарь. О-о-о-о. Нет, я нашла монету удачи на сдачу. Понял. Ха-ха, да, понял. Так, твои шуточки как фальшивые монеты, хихи. Ой, Ария, это же смешно, не дуйся. Да, смешно. Не очень смешно столько тратить. Вообще, тупо все сундуки открыли. Ну, хоть бы на следующем этапе нам... Ну, на 12-м повезло за раз открыть это все дело. Эх, давайте пойдем. О, нет. Элиза уже в храме Тай-И. Нельзя терять ни минутки. Скорее. Прикольно, кстати. Храм, храм, храм. Сколько нам туда идти? А, ну тут совсем чуть-чуть. Ну, битвы. Есть битвы. Если у нас есть рысь, то она должна быть первой. Тигр вторым. Архангел. Вот так вот. Так, архангела давайте защитим, чтобы он выжил. Правда, надо, не надо. Идеально. Мимо. Реально часто приходится затаскивать одним драконом по факту.
Ух ты, прикольный такой. Аид, это же Аид, божественный дракон. О, это 42-й, это китайский, божественный, легендарный, ёшкин ты кот. Так, ну похоже, он уже покойник. Ну, Аид хорош? Нет, не. Ну, правда, я не знаю, это может не Аид. Чё-то не впечатлил стихиями. Ну, хоть тут на шару продвигаемся практически. Так, не пробиваю. Это вообще никак в какие ворота не идет. Давайте так. О-о-о. Опять же, не посмотр... Не вздумай лечить. Гадёныш такой. Фух. Не знаю, что произошло, что они вдруг все прям умерли так. Так, монетку мы нашли. Так, вот мы и пришли. На что это за звуки доносятся из храма? Я узнаю это звук, это сражение. Элиза уже напала на Таис, скорей! Так, это точно. Ну что, ребята, переходим в 12 уровень. Так, вот это да, храм Таи. И оказался даже лучше, чем я представлял. Говорят, Таи великий учитель драконов, особенно дракона Неджа. Кажется, крошка Неджа хочет поприветствовать своего учителя. Нужно спасти его из лап Элизы. Блин, ну да, вот прям спасти надо, бедняжка. Потому что супер-пупер дракон какой-то боится какой-то там не до Элизы. Чушь какая-то прям. Так, а я сейчас, ребятки, ищу карту сокровищ. Ну, на самом деле здесь, блин, ну кому как повезет. Вот. Рассчитывать вот на то, что ты пойдешь в самую дешевую сторону, тебе повезет, это как, не знаю, это вдвойне нужно быть счастливчиком. Так, ну первый бой нам обязательно предстоит, от него никуда не деться. Здесь любые стихии, нападаем. Так, как хорошо, что вы здесь. Этот ужасный дракон сражается со мной, и он слишком силен. Дракон-то Аи думает, что ты явился сбросить ему вызов и в канун Божественного Нового Года. Мы с радостью займем твое место. Ты какого уровня такой дерзкий? С одного удара завалил мою красавицу. Ой. Забудь, я сдаюсь. Радхор отомстит и без меня. Все, что я хочу, горячая ванна с пеной. Ноги уже болят. Так, ну вот здесь очень дорого идти. Вот эти вот все точки идут чуть по 800, по 900. Получается, какой у нас тут самый дешевый путь? Это пойти налево, вот так вот по кругу, вот сюда. Вот это вот самый дешевый сундук. Ну что, давайте будем к нему и пробовать идти. 511, да, все правильно, мы идем. Ну, это будут сплошные сражения. Так. Вода и свет. Так, давайте оставим первую вот эту красотку. Потом вот так. Вообще. Никак не берет. Да. Щит, вот только щита мне не хватало. Гаденыши мелкие.
Так, здесь все у нас шикарно. С одного удара вообще. Это я люблю. Один выстрел, один труп. Так, чем тебя будем атаковать? Давайте энергией для разнообразия. Не больно. Идем дальше. Дракон сумоист. Хорошо. Вот так вот. Но слабый. Это, в общем-то, сумоист у нас носорога, да? О, кстати, троица очень похожа, да, опять же, тут Аид. Ну, я его так называю, по крайней мере. Здесь вообще все легко. Так, ну, можно было ягодку поменять, конечно, ну ладно. Он все равно выживет. Потому сделал так. Та-дам! Там-там-там-там-там-там-там. Так-так-так-так-так. Марак. Энергия. Ну, на самом деле, мне кажется, рысь даже была бы полезнее, если ее поставить первой. Ух ты, прикольный дракон. Мне вот этот дракон нравится, ребята. Напишите, как называется вот этот дракон, кто знает. Так, отлично. Ах, печаль, беда, ребята. 10 тысяч осталось у нас. Мы можем пойти... Ближайший сундук у нас получается тогда на 8. 7 и 8 тысяч. Вот это тот ближайший сундук, ребята. Давайте туда и пойдем. А потом вниз пойдем. Божественный здесь допускается. Ну, погнали. Ух ты, вот этот прикольный дракончик, да? Замена феи хорошая. Давайте заблокируем ему ветерок. Ну, самого слабого вынесли. Во! Да, да, ребятки. Остается вниз вот этот сундук 8000. Вот этот сундук 10 тысяч. Ну и внизу целых 12. То есть просто жесть. Жесть, ребятки. Не знаю, что вам сказать. В общем-то, держите пальцы накрест за меня, ребята. Осталось-то уже совсем чуть-чуть, меньше 2 дней. Ну, надеюсь, у нас все получится. Первый раз. Ну, по крайней мере, получить... Конечно, лучше бы получить было нашего пазлового дракона, но на него точно у нас не хватит. Тай-И мне больше нравится. Но Неджа тоже бы подошла. Для коллекции. А на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.